Где вы можете впереди и сзади? Здесь. Здесь. Смотрите, что здесь проходит. Здесь проходит брахиа. Здесь в плече идет бороздочка плеча. Здесь брахиалис бицепса проходит, да? Mm-hmm. Бицепс брахиалис. Ну, во-первых, вот он воспален. Болит, когда на нем лежишь, на этом плече. С ключами пищи. А как мы чувствуем, что он заболел? А? Не-не. Не, да? Дальше. Болит, когда ты камень кидаешь или еще что-то? Непонятно, не когда тянешься в каком-то положении. В каком? Вот я не понимаю, но иногда болит. Особенно, когда подосно работает как-то. Исключаем пищевид синдром. Все, сейчас будем искать. Делаю вот так быстро-быстро. На руки. Нет, вот так быстро сводишь. Не больно? Нет. Все, пищевида нету. Так, поднимай плечо. Просто вверх. Трапеция работает. Нормально. Вот так руку. Расслабься. Это есть мышечный тест. Угу. Толкай. Опа, щелчок. Где щелкнуло? Где-то тут вот. В акромионе. Боль была так? Нет. Теперь вниз наоборот. Вниз. Хорошо. На меня. Локоть на меня. Угу. Здесь слабее. И туда. Тут вообще слабо. У него вот этот. Вперед слабое, что? Грудь слабая. Ему надо грудь тренировать. Видели? Назад сильно, вверх сильно. Сделай так две руки. Подними. Вот как ты жим, как штангу жмешь. Видно? Вообще нет силы. Вот. То есть здесь верхняя грудная включается, нижняя и передняя дельта. Отжиматься, в общем, надо. Отжиматься от пола и жим лежа штанги. Можно на вертикальной скамье вверх. Сейчас боль меньше, когда это две. Как щелкнуло, а? Да, да, меньше. Меньше. Угу, вставай. Маленький подвиг плеча. Еще. Смотри, тут угол. Вот так разверни. Вот так. И в тот угол. И расставь руку. Это метод по Гиппократу. Вот еще один щелчок был. Да. Так, пробуй сейчас крути. Не хрустит, не болит? Да, нет, нет. Ну вот, твое упражнение. За счет слабого слабой капсулы, за счет того, что у него капсула стала слабого, у него подвыдох идет. Твоя тренировка. Сжимай. Что-то потолще может тут. Ватик, понял? Твоя тренировка. И качаемся. От пола жмешь. И через месяц проверим. Ну где-то месяц надо, чтобы хоть что-то подкачать. За один день не накачаем. А сейчас легче, да? Ну ничего страшного нет. Я даже опустился. Попробуй еще покрути. Не, ну она отщелкивает, но получше. Щелкает, потому что при слабых ротаторных манжетах идет просто как у кого разрыв привычный подвыдох, вылетает. А если укрепить, вы еще вот так? Укрепить плечи еще надо. Получится. Еще один такой способ. На твое плечо. Сюда руку. А, такой тест есть. Вот ты толкай меня. Я сильно толкаю. Угу. Все, значит, встала. Угу. А, давай, иди сюда. Давай. Почелкнула, да, чуть-чуть? Было. Нет, нормально. Да, у него в этой проекции нормально. У него плечи слабые. Слабый, слабый, он даже сопротивляться вставать. Смотри, вот у меня импичмент синдром получился, просто ночь поспал на плече. Все. Утром стою, не могу так. То есть в чем импичмент? Руку так не поднимешь выше, все. И вот так не сделаешь быстро. Лечила месяца 2-3 все лето. 6 капсулит есть. И потом Адгезивный капсулит, да. Но она вообще не поднимается рука. Это вместе с телом вот вместе так, с плечом, да. Поднимается. Да. Адгезивный капсулит, он происходит с возрастом, у бабушек у всех есть, они не могут причесаться. Но не бывает за одну ночь, что вечером у меня все он сначала начинает плечо болеть, а потом замороженное плечо. Это постепенно замороженное плечо. А у меня конкретный импичмент синдром после сна. Я всю ночь
Заснул и проснулся так. Встаю, а руку не могу поднять, чашку. Все, я уже сразу себе поставил диагноз. И пошел лечить. И вот делаем вот это. Что я ему делаю? Давай на эту руку. Давай. Да. На меня. Да, вот сюда. Было, да? Подъехала. Подъехала. Это мы еще в детстве делали. Нормально. Вот, видишь, вот тебе. Мне это не было проблем. Есть видео в Ютубе, как я сюда себя зонкал, лазер делал и набивал. Вот тебе работа в душу. Поставь руку. Нет, так. Ах, а то сейчас свет приберу. У кого пищевый синдром, не может боль будет. А там же еще вот этот был. Можете просто дать человеку побить грушу или плечо, если сильно. А ну что, за ударение сразу. И себе понадобится. Это стерпит плечо, толкает соседнюю же. Да. Вот Юра большой и мягкий, его можно побить. Нормально. Так, по спине это все, вот давай же. Я думаю, что не стоит. Выключай себя.